все, отправляемся из Москвы, из Московской области в аэропорт, а потом Hello Thai. Варя, помаши ручкой. Привет. Привет. Я Лёша. Я Настя. Всё, приветствую. Здорово. Ну все, встретились очень. Мы сегодня самые уставшие люди. Мы не можем больше ходить. Мы ходим с 5 утра. Время 21:18. Идем, идем, идем. Я в шоке. Тут очень мало мест. Лететь нам просто 10 часов. Как? А может, летайте Emirates? Это лучшая авиакомпания. Как тепло здесь, а? Все, мы попали. Неожиданно. Очень жарко. Мы узнаем, какие у нас апартаменты в этой стране, напоминающие кировский рынок и Абхазию. Все это грязно. Главное, жарко, есть море. Hello, how are you? Вау! Вот это апартаменты! Крутяк! Слушайте, ну вообще, слушай, даже лофт присутствует, а? Смотри в стену. А, в стену, правда? А, да. Тебя окно есть. Ну, ладно, что. Учитывая, что мы здесь ночевать только будем. Кровать хорошая, большая. Опа. Пойдемте скупаемся. Дорого? Что мы поели, дорого. This good. Дорого, this good. А что нас назвал сейчас глупыми? Да? Да, он говорит, потому что мы stupid. Что это такое? Евро, доллары, валюта. Deutsche Mark. Слушай, у нас сегодня прям что-то это. Игра какая-то, кто больше потеряет. Здоровая хрень. Чуваки, это нереально, что-то творится, что здесь происходит ночью. Что-то предлагают какую-то херню. При этом жара очень сильная. Очень сильная. Thank you.
А ведь торговаться нужно все равно. Проходите. Окей. Ой. О, хорош. Все. Музыка, мюзик. Мюзик. Мюзик, плиз. Аккумулятор менял, оно село. Не переживай, это первый, может, как второй день, господи. Блин, ну как так быстро-то? Окей, 3-0-0-0. Ты ни хрена 3000 бат, ты офигел? Нет, no. 3-0-0. No, 500 бат, baby. 500, this is good price. Ты за сколько хочешь договориться? За 500. За 500? Да. Я думал, за 300 пойдет. 6 people, 500 бат. Окей, let's go. Мюзик, мюзик нам надо. Вот. Плывем на острова Пхимки всей компании. Просто одни индусы.
наш отель. Вот такой вот номер у нас на Пхипхи. Походу. Душ. Как открыть? А, как открывается. О, отлично. То есть можно здесь заходить, в принципе, с улицы. Ойякай, полана Мария, улилие. Улилихои. Улилихололокакай. Ойякай, полана Мария, улилие. Улилихои. Особенность этого фрукта, Дориан, скажи, пожалуйста, Неш. Он вонючий. Он пахнет тухляком. Его запрещают в гостинице приносить, его запрещают в самолет брать, все так. Так что мы не сможем даже себя. Его, по-моему, насколько я помню, едят в течение там какого-то очень короткого. То есть вот свежим, и он просто потом очень сильно начинает вонять. Мне кажется, он сразу начинает вонять. Сразу даже начинает вонять? Ну, я думаю, сейчас это узнаем. Уже воняет. Уже воняет, да? Пельмени пахнет. Беляш напоминает. Беляш. Вперед. Знаете, чем-то... Я даже не знаю, чем. Беляш. Тоже... Я прям гнилой лук. Не знаю, что за ощущение. Ну, прикольно. Понимаешь, как вот на каком этапе ты ешь, сначала одно кажется, потом по-другому, потом вроде в лук переходит, какой-то вообще странный такой. Беляша все есть, и мясо, мать мой, ты беляш. Да, очень вкусно, очень. Да. После вкуса совсем другой остается. Ты ешь один вкус, а после вкуса совсем другой. Угу. Кто будет доедать вот это? Доедай. А есть у кого салфеточка еще? Да, блин, что он мне напоминает, я так и не понял. Отправляемся по островам путешествия, да? Началась морская болезнь. Она слишком рано началась. Майбэй, там, где снимался пляж. Сингапуре. В Сингапуре был Марина Бэй, а я думал, Майбэй, блин, с чем путаю, оказывается, вот.
монетку. Класс, конечно. Классное местечко. Райское. Excuse me. Sale. This is this. Money. Yeah. Они отдадут. Я пошел купаться. Видно, что-то на камеру нет, потому что так видно. Но сегодня у нас сегодня грех не пить. Прощальный вечер. Сейчас будем пить шампанское, бросать монетки в океан или в море, да. Для того, чтобы сюда вернуться. Через левое плечо. Так, подожди, выстраиваемся через левое плечо. Excuse me. А можете подержать вот так вот? Как себя держать? Hold. Just hold. Excuse me. Just hold. Yeah. Видео. Ну, вот так, все. Видео. Thank you very much. Спасибо. Сейчас будем пускать фонарик, который принесет нам много счастья, и мы сюда еще вернемся не раз. Руки береги, пальцы бери сверху. Руки ты куда засунул, Лёш? Потому что это сейчас как... таблетка. Зажёг. С другой стороны теперь. Как вспыхнет. Вот этой. Не-не-не.
Excuse me. У вас скотч есть? Скотч. Ой, скотч сейчас это. Пленка стрейч. Пленка стрейч это вот такой фантик, из него упаковывать надо. Непонятно, да, я достану. This. Но это не вот этот this. Полиэтилен. Полиэтилен. А слушай, в ютубе... Сумку. Багаж. Ну? No? 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 Ну тогда скотчем обойдемся.